Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь. С вами Джон Клюкер и генерал артиллерийских войск Тони Грибобас Тундрович. Он недавно стал генералом артиллерии. А почему ты хочешь быть генералом артиллерии, Грибобас? Ну, потому что у меня отец уже на 40-ствольных этих штуках, 40-ствольные. Это «Катюша». «Катюша», называется «Град». Такая коробка большая такая. Ну, это не «Катюша» уже, значит. «Град». «Катюша». Не, «Град» это уже модернизировано. Модернизировано, да. А, ну понятно. Там машина, «Урал» машина была. Ну, у них было, в команде было 3 человека. Командир, шофер, командир и направляющий. Ладно, тебе вопросы задали, вот если бы ты был бы генералом. Каким бы ты был бы генералом? Ты уже сказал, ты подумал и знаешь ответ. Расскажи нам. Ну, я был бы генералом в артиллерии. Вот, и был бы таким... Как? Типа как строгим, требовательным. Сказал, чтобы сделали, а нет, наказывал бы. Вот так. Покажи вот пальчиком, как бы ты сказал бы, чтобы сделать? Наказывал. Ладно, а тема сегодняшнего разговора с Грибобасом у нас другая. Там попросил ВКонтакте или в комментарии, там попросил, в общем, зрителей на вопрос ответить нас такой вот с Грибобасом, что мы думаем, что такое добро и зло не во вселенском масштабе, а именно добро и зло между людьми. Он спросил, как мы думаем, между людьми? Как мы понимаем добро и зло. Давай, Грибобас, ты первый рассказывай, а я уже сам расскажу. Ну, как я думаю? Вот, например, я, например, тебя не знаю. Так, вот Дима Уц, например, он такой там, и чем там мне там, например, у меня упала там сумка упала. Вот. А у кого, у тебя? У меня, да. А ты уже, чтобы ты меня позвал, поднял сумку, я дал мне. Вот так я понимаю. Это уже добро получается. Потом еще. Иду, например, я. Ты сидишь там, ну, споткнулся, упал, например. Я подошел, помог тебе поднять, отряхнул тебя и дальше ты пошел. Вот так я понимаю. Потом еще. Иду, например, так, по дороге. Смотрю, лежит человек такой, ну, типа как, ну, плохо ему. А он сам из больницы. Я поднял, отвел в больницу его. И чтобы все было хорошо как-то. Ну, помог ему дойти до больницы, чтобы все было нормально. Вот так я понимаю. А зло, это как? Ну, например, сижу я дома, там, включил громко музыку, она там, ва, там намного орёт, мол, такая, так, пошли ко мне, там, я отругаю, там, музыку выключили. Вот такая штука, я понимаю. То есть ты как бы, ну, на соседей пофиг тебе, да? Да. Вот так вот. Это вот, ну вот, Грибобас так понимает зло и добро. То есть это вот именно в отношениях, в делах, в отношениях между людьми. Между людьми, да. И как мы относимся между собой. Ну, еще вот такие мысли свои расскажу. И вообще это как бы не то, что даже мои мысли, а то, что я узнал уже по жизни. Что, во-первых, зло, оно зарождается, вот если в отношениях между людьми, из-за чего? Это первое из-за того, что мы начинаем, типа как, не знаю, как это слово может быть. Неправильно, там кто-то идет. Дерзить, как бы, знаете, вот мы, допустим, уже друзья, да, уже там сколько-то лет, там уже, и как бы начинаем там шутки такие нехорошие, вот переходит грань там, как это сказать-то, сейчас, подожди, слово найду. В общем, подумал, не могу, слово это не приходит на ум, но по-другому это, знаете, это взаимоуважение, то есть даже вот в семье муж и жена, родные люди уже, да, сколько-то лет проходит, и они начинают там это, ну, друг друга уже там, ну, или, может, какие-то плохие слова начинают. И когда вот эта грань переходится, нету взаимоуважения, из-за этого начинается зло, из-за этого начинаются ссоры, и поэтому как бы и вот это зло, и там разводятся семьи, в общем. Вот. То есть первое то, что вот зло, это то, что у нас нету взаимоуважения между людьми. Да. И несмотря там, вот, ну, некоторые просто начинают людей там, ну, там, допустим, делить на какие-то, как сказать... На плохие и хорошие. Нет, не то, что даже на плохих и хороших, а вот типа там ступени там, там на первом месте, на втором, на третьем там, ну, как бы по иерархии, как бы, знаешь... Он на таком уровне, это на том. Понятно, понятно. Надо не забывать всегда об уважении к друг другу. Угу. Вот. И, ну, добро, добро. Добро – это, вот как Грибобас сказал, это надо помогать друг другу. Вообще это все – это любовь. Да. Если в сердце будет любовь, то есть вот если будет у нас идти
от сердца именно любовь к людям, то есть нет вот этой злобы, зла, то и значит, и как бы мы не сможем вот это зло сделать. И вообще, я так думаю, вообще, чтобы быть добрым человеком, может быть, конечно, люди есть такие, по сказать, уже по жизни своей добрые. Может быть, человек был добрым, а потом испортился, стал, допустим, злым, да? Есть такое, да. Я имею в виду насчет того момента, что как бы надо над этим работать, чтобы быть добрым человеком. То есть можно, всегда можно обозлиться, какое-то что-то произошло в жизни. Может быть, человек, кто-то человека там обидел сильно, и он совсем поменял свое отношение к жизни. Обозлился, стал злым, там, стал плохим, там. Понятно, понятно. Имеется в виду. То есть вот, чтобы это в душе даже было, и не даже было, а чтобы оно и было в душе, чтобы вот в своих мыслях мы несли добро. Вот. А не просто, знаете, это вот лицемерие. То есть ты вроде бы с человеком общаешься, такой сюси-пуси, как я тебя типа люблю, ты такой хороший-то, а сам в душе там, может быть, его грязью поливаешь. Понятно, понятно. Это уже зло, да. Зло уже. Есть такая штука. Вот, то есть надо именно вот... И вот почему вот этот мат плохо? Потому что мат это вот именно к этому приводит, и к неуважению друг к другу. Ну, смысл общаться на этом мате. Это некрасиво, некрасиво, это неприятно. Да. Вот для меня это уже неприятно. Раньше я, может быть, да и раньше тоже неприятно было, хотя я когда-то и болел этой болезнью. Ну, вот мат употреблял в своей речи. А вообще это нехорошо. Так что, не знаю, многие, я думаю, понимают, что такое добро и зло, но вот хотели услышать мнение от нас. Может быть, и не полностью тему раскрыли, но рассказали вам. Так, немного, да? В общих чертах уже. Вот Грибобас на примерах, на простых уже дал объяснение, что такое хорошо. Всем спасибо. До свидания, всего хорошего. Счастливо. Счастливо. Нет, ни колонки ничего не выносят. Как... А зачем колонки, если салют хотят? Колонки не нужны, да. Если салют просто... Да, да, все правильно. А не вчера был салют в 8 часов? Вчера не было. Не было. Сегодня обещали? Да, сегодня. Вот скажи, Грибобас, салют это добро? Это хорошо. Нет, скажи, добро? Добро. Сейчас будем смотреть. Да. Если он будет еще, конечно. Если будет, то посмотрим. Вот. Что интересно, людей мало. А вчера, кстати, ты был на празднике. Вчера побольше было людей. И, короче, какая штука. Народ стоял отсюда, и все ближе к этому. К лицу, и вот такой народ стоял. Вот. Много народ. А вот тут стоял три ларька, такие же эти, из тряпок стояло, короче. Вон там была еда, все. Три таких столика стояло там, короче. И там люди кушали. Вот. И даже, что интересно, танцевали. Там даже три паренька, вот я видел, такие высокие. Детей таких, такие маленькие дети, на плечи. И танцевали вместе с ними, стояли. Мне понравилось. Красиво так было, мне понравилось. И хорошо смотреть. Что-то мне не верится, что салют-то будет даже. Что-то какая-то тишина такая, да? Ага, тихо все так. Странно. Ну, ждем пока. Ну, подождем еще, да. Это вот такой постскриптум в этом видео. Да. У нас. Ждем пока. Сегодня 30 августа. Последний день воскресенье августа. День шахтера. День шахтера. Да. У нас с тобой праздник. Бывший, но все равно праздник же. Все равно праздник. А, Грибобас. Да. Там что-то спрашивали, нос почему у тебя такой красный? А ты сказал, мошка укусила. Ты написал же, комментарий писать. Мошка укусила. Да, да. Ты иногда любишь это, чесать или что, нос? Да, да. Может, из-за этого еще, нет? У меня еще какая-то. Так, сопля там утирали, вот такая штука. Так у тебя же платок есть, что ты? Мне еще не пускай, я дома забыл. Ну, ты даешь, блин. Вот так вот. Эх ты. Ты посмотри, сколько времени-то. Сейчас. Без минуты 8. Ну, сейчас уже 8 часов. Ждем. Еще раз 1 минута. Подождем. Грибобасу сказал, чтобы он сходил, точно узнал, будет салют или нет. Сейчас вот он идет, скажет нам весть про салют. Не будет ничего. Почему? Я же посмотрел, она говорит, нет. Так, а должен быть? Нет. Не должен быть? Нет.
А что, почему что ты тогда... Говорит в городе, а не здесь. Вот видишь как-то. Ничего, не понял ты ничего. Да. Эх ты, грибобас. Наказать. Слушай, а пошли к этому-то. Это-то. Игорь-то. О, нет, сейчас мне некогда идти к нему. Да? Да. И вот можно было бы заснять. Это в городе будут салютовать сегодня. Да. Можно было бы заснять. Ты, значит, не понял, где салют будет? Да, не понял я. Дорогие зрители, Грибобас не обманывал нас, что должен быть салют, потому что вот сейчас мы недавно женщину встретили. Она тоже пришла туда салют смотреть. И, оказывается, отменили по какой-то причине. Да. Все, до свидания. Счастливенько. Всего хорошего.